Древние китайские рецепты – настоящий кладезь ценных рекомендаций для твоего здоровья. Проверенные временем знания обладают волшебной силой и помогают в тех случаях, когда обычные средства никак не влияют на ситуацию. Китай славится своей любовью к рису, и не зря этот продукт в таком почете у китайцев. Правильно приготовленный рис – очень полезная еда для организма, которая способствует слаженной работе всех систем жизнедеятельности, обеспечивая тело необходимыми питательными веществами и даже продлевает жизнь. Когда ты ешь рис, твой организм избавляется от токсинов. Эта пища обладает удивительным свойством выводить вредные соединения, очень благотворно влияет на работу желудка и кишечника. Но еще более ценным продуктом, чем рис, является рисовая вода. Если ты никогда не слышал о чудесных свойствах рисовой воды, сейчас ты откроешь для себя новый путь к здоровой жизни. Идеальное тело, энергия, бодрость и здоровая кожа – спутники тех людей, которые употребляют рисовую воду. Рисовая вода насыщает организм сложными углеводами, лечит гастрит, регулирует артериальное давление, предотвращает развитие рака. Известны уникальные косметические свойства рисовой воды. Умывание с ней сужает поры, выравнивает цвет лица, избавляет жирную кожу от блеска. Ни одно поколение советских младенцев выросло на рисовой воде во времена дефицита, когда в продаже отсутствовали детские смеси. Родители поили малышей этой чудо-водой. И в то время такие неприятные болезни, как дисбактериоз и дерматит, были редкостью. Сделать рисовую воду очень просто. Доведи до кипения не очень большое количество риса в воде. Например, столовой ложки риса на стакан воды будет вполне достаточно. Дай отвару стать мутным. Употребляй воду в теплом виде 2 раза в день по 1 стакану. Умывайся этим средством утром и вечером. Китайские рецепты действуют безоговорочно. Уже после недели подобных процедур вы почувствуете себя лучше. Чтобы стать здоровее, нужно подходить осознанно к своему образу жизни. Не упусти возможность воспользоваться драгоценным китайским рецептом для улучшения своего здоровья. Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.